все же давно собрались. Одно тебя ждем. Пошли скорее. Ань, что-то случилось? Нет, все хорошо. Просто день сегодня, что-то нет настроения праздновать. Давайте лучше без меня. Я лучше делами займусь. Да что значит без тебя? Пойдем, ты самое интересное пропустишь. У тебя вон какое платье красиво, а? А тортик съешь, сразу повеселишь. Пойдем, пойдем, пойдем. Поздравляем! 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 Итак, мы поздравляем нашу дорогую Катю. Катенька, мы желаем тебе счастья, здоровья и легких родов. Ура! 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 Спасибо! Я вас так всех люблю и... Я буду по вам скучать! А скучать только тебе не придется. И вообще, хватит сырость разводить, впереди веселые конкурсы, но с профессиональным уклоном. Итак, кто угадает, с каким весом родится малыш? А? На глаз, как раньше. 3200. Да не, 4500. Ой, нет, не надо мне слоника. Да. Ну, Ань, а ты что скажешь? Не знаю. Я, наверное, лучше пойду, мне еще карточки заполнять. Коллеги, Катя, извините. Что-то у меня голова жутко разболелась. Че это с привалом? Не знаю. Странная она какая-то. Да все с ней нормально, просто у человека свадьба на носу. Я тоже, когда к свадьбе готовилась, так же психовала. И сижу, и реву, просто слезы рекой текут. Да, это не из-за свадьбы, а из-за беременности. Вон у тебя сейчас глаза на мокром месте. Не, и говорю, может, и Анна Евгеньевна тоже того. Чего того? Ну, беременна. Беременна? Ура! Нет, ну я с этой формой с ума сойду. Я в ней как лягушка. Как любимая царевна-лягушка. Ну, хочешь, твой царевич домчит тебя в аэропорт? Угу, конечно. Меня в рейс проводишь, а сам к жене под бочок? Не царевич, а домашний хомячок. Чуть что в норку. Рита! Что, Рита? Я не права? Ну, что поделать? Я женат. А действительно, что же делать? Тебе, наверное, перестать гулять на стороне? А мне поискать свободного мужчину. Так будет лучше для всех. Я не готов. Конечно же, ты не готов. В норке любимые тапочки и кастрюля борща. Я не готов расстаться с тобой. Слышишь? Я обещаю подумать, как нам дальше быть. Слышишь? Ты давай подумай побыстрее. Время пошло. И хватит мне вот этот муздыкать. Чего? Ты все испортил. Откуда ты берешь эти слова? Время. Если ваш муж начал постоянно жаловаться на завалы на работе, но при этом находит время на покупку новой одежды, то причина может быть в том, что у супруга появился кто-то на... Ох, удел тебя. Устал, пока гонялся. Вот я еще пожрать. Да, сейчас принесу. Стал реже выходить на связь, но при этом телефон из рук не выпускает, то это еще один признак... Ты что за фигню-то слушаешь? Измены. Измены? Ой, вам с папой это точно не грозит. Извини, пожалуйста, что-то я задумалась. Ой, я, наверное, голодная, да? Я сейчас положу на тарелочку. Да не, я сам. Все, спасибо. Да. Летчиком быть — это круто. Крутым хочешь быть? Тогда го с нами. Да не... У вас какие-то непонятные развлечения. Это же вы в сквере горку сломали детскую. Мы что, специально? Отрабатывали приемчики? Ботан ты, а не летчик. Я так пацанам и сказал. Тоха трус. Ладно, пошел. Молодой человек, поздороваться не хотите? И извиниться. Антон, твои друзья хамы. Да, кстати, твое воспитание. А что ты смотришь? У меня дома не бывает, я все время на работе. Да, вот об этом я и хотела с тобой поговорить. О, нет, только не сегодня. У меня тяжелый день, нудный заказчик, сложный объект. Откуда у тебя эта рубашка? Какая рубашка? Вот эта. А при чем здесь рубашка? Купил. И в конце концов, что-то прицепилось, купил, не купил. Я что, не могу позволить купить себе рубашку? Да, я купил себе рубашку. Жень, у тебя любовница?
хотела извиниться. Испортила вам весь праздник. Да ничего, все в порядке. Да не в порядке. Ты так старалась еще с этими конкурсами. Держи. Я все понимаю. Витамины для беременных? И очень хорошие. Мне представитель одной фармкомпании дал. Но я не беременна. Точно? Точнее, не бывает. Просто, возможно, наша с Мишей свадьба может не состояться. Как? Вы поссорились? Нет. Но я не могу Русь всего рассказать. Подожди, вы не ссорились, но свадьба может не состояться? Это как? Я пока сама не понимаю, как. Голова кругом. Так, все. Успокоилась. Ты, наверное, просто переволновалась. Тебе нужно выпить этих седативных. Да что ты в самом деле? То витаминчики, то седативные. Дело не во мне, а в моих родителях. Ясненько. Да ничего не ясненько. Я даже не знаю, как об этом рассказать. Алло, мам? Плохо слышно. Что случилось? Ты что, плачешь? Так, подожди, я сейчас приеду. Только не плачь, пожалуйста. Настя, надо идти. Аня, погоди. Расскажи, что случилось. Кто-то заболел у вас или что? Прости, Настя, потом. Неправда. Да ты же у меня самая лучшая, самая красивая. Мама, он не понимает ничего. Нет, это я не понимаю, Вот бы все полеты были такие. Хороший рейс. Так это Михаил для нас постарался. Через радугу перелетел. Видели ее? Нет. А при чем здесь радуга? Как это? Ну, раз приехали. Точнее, прилетели. Вера Павловна, голубушка, что же вы так плохо свою команду обучаете? Ничего страшного. Всему свое время. А эта милочка такая примета летная. Радугу прилетели, быть удачей. Ты лучше главную примету для стюардессы запомни. Как только найдешь в салоне потерянную сережку, замуж выйдешь. И что, это работает? Конечно, работает. Я 10 лет в небе. Мне ни разу сечек не было. И ой, девчонки, как у вас все просто. Нашла сережку и сразу замуж. А для того, чтобы жениться, что нужно найти? Ну, с этим вопросом ко мне. У меня такие невесты. Ну. Михаил уже нашел, что хотел. Свадьба у него скоро. А я свидетелем буду. Гуляем? Гуляем. Да вы что? Поздравляю. Не из наших, значит, а то я бы знал. Да, она у меня врач, причем очень хороший. Колено мне спасла. Если б не она, не знаю, смог бы летать. Да, колено спасла, а голову вскружила. Очень хороший врач. Ну ладно. Всего доброго. До свидания. До завтра. Пока. Пока, Зила. Давайте вам помогу, Вера Павловна. Спасибо. Михаил, вы не торопитесь? Ваша невеста вас не заждалась? Ситуация под контролем. Через полчаса забираю невесту, едем к маме на блины. Ну, время еще есть. Если хотите, я вас до города подброшу. А, нет, я сама. Я хотела сказать, я все знаю про Шульгина. Девчонки рассказали. Какой же он ужасный человек. Хорошо, что он не в нашей смене. Мил, давайте мы сразу с вами договоримся, что не будем ворошить сплетни. Даже если их активно вам заливают в уши, да? Да и не в том смысле. Ну, извините, я больше не буду. Вот и отлично. Да я вообще другое хотела сказать. Михаил, вы такой замечательный летчик, человек. И я вашей будущей жене очень-очень завидую. Мила, спасибо огромное за теплые слова, но не нужно никому завидовать. Михаил, а вы ее очень любите? Конечно, люблю. Знаете что? Что? Найдите сережку. Устинов, вы сегодня летите в Барселону? Ваш рейс задерживается. Плохо.
Я не понял, а почему вторым пилотом Шульгин? Я всегда с Пеньковым летаю. Иван Андреевич, можно? Извини. Где этот пятый стол? Да, следующий рейс с Шульгиным. Напоминаю, слетанность экипажа – один из показателей эффективной работы в компании. Я вообще не понимаю, чем тебе Шульгин не нравится? Хороший пилот. Вы поговорку помните? Знаю я все ваши поговорки. Сначала справа, потом глядишь слева. Главное, чтобы не сзади. В общем, до первого скандала, ясно? Ясно. Все не можете забыть, что мы с вашей племянницей расстались, да? А вот это ты напрасно, Миша. Я на работе лично и с общественным не мешаю. И тебе не советую. Ну, раз уж затронул, скажу. Это покойница, мама Риты, попросила меня за ней приглядывать. Вот я и приглядываю, как могу. Мужикам все-таки в жизни легче живется. Вот ты скоро женишься, и порядок. А Рита моя. Вот так-то. Ладно. Разрешите идти? Иди. Приятного аппетита. Блепиха с лидерей, 3-1. Приятного аппетита, Иван Андреевич. Спасибо. Здравствуйте. Здрасте. С Пинкой. Пеньков, куда бежишь? Привет, Рит. Привет. Не ожидал. Ну, ясно. Думала, Риточка все глаза выплакала. Подурнела, пострашнела. Нельзя это чучело к пассажирам выпускать? Да нет, что ты. Просто ты же в другой компании. Они из другого порта летают. И из этого летают, Сереженька. И из другого. Кстати, как тебе моя форма? Тебе идет. Спасибо, дорогой. Как там наш-то общий знакомый? Миша. Прекрасно. Женится вот-вот. Неужели? Да. Радость какая. А я вот абсолютно точно уверена, что свадьбы не бывает. Наш Мишаня всегда найдет повод сбежать из-под венца. Спорим? Слушай, Рита, какое тебе дело до Миши, а? Нет его для тебя, все. Ты что, сгорячился так, а? Ты что, опять свидетель на свадьбе? Не опять, а снова. Так, Рита, ты это... Иди, куда шла. Иду, иду, Сереженька. Иди, иди. Только учти, все будет так, как я говорю. Не каркай. Карр! Да, Миш, я у мамы. Она себя что-то неважно чувствует. Пришла заехать. Привезти тебе варенье вишневое, твое любимое. Давай, целую. Может, и котлет разогреть? Не, не хочу. Как мама? Я дала успокоительное, она заснула. Но ты все равно за ней приглядывай. Ты слушай, где варенье? Правая нижняя полка там. Внизу. Последняя банка осталась. Если что, сразу звони мне. Договорились? Ладно. Вот мне интересно, а как выглядит тёлка, которой папа ушёл? Красивая, да, наверное? Видела её. Ничего красивого. Вульгарная, бездушная. Понял? Понял. Но не понял. Если уж она такая ужасная, то почему папе лучше с ней, а не с нами, а? Понятия не имею. Сковородку помой. Всё, мне пора. Алло, Макс. Мамуль, привет. Привет, Мишенька. А что ты один? А где Анечка? Ты сказала, что вы будете вдвоем. А? Слушай, да у нее какие-то семейные дела. Она так, задерживается. Так поздно? Ну да, так бывает. Да, бывает. Ну, давай к столу. Это вы еще не поженились, а поженитесь, ее вообще дома не найдешь. Почему ты так решила? Сынок, у тебя очень интересная, но опасная профессия. Я в курсе.
Нет, опасно не в том смысле. Опасно для женщин. На них долгие командировки действуют развращающе. Прости, как действуют? Развращающе. Это дает иллюзию, да, что она может проводить время, как она хочет, знакомиться с кем угодно и не ухаживать за своим супругом, пока ее слепо-глухо-немой капитан парит под облаками. Я надеюсь, ты не наступишь на те же грабли. Господи, мам, ты опять. Да мне просто обидно. Да, Аня гордится своей семьей, это почетно, но это не дает ей права пренебрегать тобой и твоей семьей. Пожалуй, я дождусь Аню и только тогда буду ужинать. Мам. Ну, ма. Ну что? О! Привет, пацаны. Здорово. Здорово. Думал, ты не придешь. Ну что, погнали? Это зачем? Сейчас увидишь. Соревноваться в меткости. Еще вопрос. Погнали? Малой, веди его со стороны. Давай за мной. В смысле? Побежали. Боже, как я устала. Ноги гудят. Еще полчаса посадку не давали. Такая болтанка. Хочешь, я тебе массаж ног сделаю? Держи. Так. Наши лапки устали. Зато смотри, как сейчас вся усталость пройдет. Ну что такое? Никаких звонков ни у тебя, ни у меня. Сегодня только релакс. Ну подожди, ну дай хоть посмотрю. Может быть, там что-то важное. Важное? Ты хочешь сказать, что мне что, пора ревновать? Ты же знаешь, мне кроме тебя никто не нужен. Я, по-моему, это уже доказал. Котик, тебе придется доказывать это всю жизнь. Да, ну... А теперь, внимание. Так. One. Так. Two. Ой. Three. Боже мой, какая красота. Ну, как тебе? У меня неплохой вкус, да? Да. Да-да-да-да. Спору нет. Антон! Антош, ну что ты не отвечаешь? Я тебя зову. Да. Полиция? Какая полиция? Алло, Миш. Алло, Ань, ты где? Да, мне тоже очень неудобно, что я опаздываю. Ну, тут пробка, я не успеваю. Миленький, ну, пожалуйста. Так, Миш, подожди. У меня вторая линия, сейчас. Алло, мам? Да, привет. Что случилось? Что? Так, все, не переживай, я сейчас приеду. Пожалуйста, только не волнуйся, тебе нужно лежать. Все, давай. Миш, извини, пожалуйста, не могу говорить. Давай, потом перезвоню, ладно? Почему не можешь говорить? Что значит потом объяснишь? Алло, тетя Нин? У нас беда. Антона в полицию забрали, натворил что-то. А у мамы давление. Вы можете к ней подъехать? Все, спасибо большое. Ну что, где твоя деловая невеста? Все остыло. Голодные сидим. Ну давай ужинать. Давай ужинать. Мой хороший. Сейчас я блинчики подогрею. Все.
Ну, послушайте, Антон очень хороший мальчик. Он ничего плохого сделать не мог. А он и не делал плохого. Мы его задержали, когда он просто гулял около моста МСК. Ну, вот видите, это разве преступление? Ну, вот ведь какая незадача. Он гулял там же, где была замечена группа подростков, метавшая камни в проезжающие поезда. Хорошо патрульный был поблизости. Вы понимаете масштабы возможного бедствия? Да, это ужасно. Но, Антон, он же ни при чем. Но загляните. А что это? Полагаю, это доказательство того, что Антон Евгеньевич Привалов планировал совершить хулиганство. Да, что вы такое говорите, Антон? Он же совершенно не спортивный парень. Ни по физкультуре одни тройки. Да он бы никогда не докинул бы до поезда этим камнем. Тройки, говорите? Да. Это меняет дело. Кстати, не подскажете, где родители Антона? В семье какие отношения? Кто воспитанием подростка занимается? Все занимаются. У нас очень-очень хорошая семья. Ну, просто мама болеет сейчас, а папа в командировке. Ну, пожалуйста, отпустите Антона, товарищ следователь. Я вас очень прошу. Люд, ну успокойся, а. Ну что ж ты так себя изводишь? Аня во всем разберется, вот увидишь. Ты о себе подумай. Ой, Нинка, все у нас развалилось, когда Женя ушел. Все под откос пошло. Не знаю, как мы без него будем. Конечно, без твоего Женечки. Земля с орбиты сойдет. Я вон всю жизнь одна. И ничего, жива. Так, скорая приехала. До свидания. Я же просила тебя за мамой присмотреть, а ты? Да что, я ей нянька, что ли? Чем я ей помогу? Ну, знаешь ли, я звоню отцу, пусть он с тобой разбирается. Да он даже трубку не возьмет. Вот ему сейчас звонили, так он даже это, трубку не взял. Не дозвонились. У него сейчас другие интересы. Прекрати. Да что прекрати-то? Стыдно? А что мне должно быть стыдно? Ты думаешь, я идиот и ничего не понимаю? Да все я понимаю. Мать сама виновата. Отец ей, давай абонемент в фитнес-зал, давай я к себе на работу тебя устрою. А она нет, еще ей не надо, курица. Рот свой закрой. Мать с работы ушла, когда ты родился, нянчилась с тобой. Ты же постоянно болел, в сад ходить не мог. Она тебя закалять начала, там секции эти, лыжи, волейбол. Да здоров я, здоров. Вот именно, что здоров. Скажи спасибо маме. И вообще, следователь отпустил тебя под мою ответственность. Из дома ни шагу, ты меня понял? Да понял я, где машина? В трамвай поедем. Да ладно. Прохладно. В том-то и дело, прохладно, Ань. Че стоишь? Поехали. Все, готово, погладила, отпарила. Мам, ну я бы сам сделал. Да дай мне за тобой поухаживать. А ты мне там ящик не подремонтируешь в коридоре? Давай посмотрим. Я пойду пройдусь, это потом починю. Воздухом подышу. Скоро вернусь. Мамочка. Анечка, где Антон? У себя в комнате. Тетя с ним разговаривает. Слава богу. Его совсем отпустили. Не сажать же его в тюрьму. Так, мам, сейчас не об этом додумайся. Ань, как же не об этом? Он совсем от рук отбился. Вы дочь? Да. Давление стабилизировали, но ее нужно в стационар. Она ни в какую. Поговорите с ней, пожалуйста. А нет, я не могу, не могу. Ты не могу оставить Антона. Так, у меня вызовы. Пишите отказ от госпитализации. Мам, я посмотрю за Антоном. Ань, ну как ты посмотришь? Ты на работе, и у тебя свадьба на нас. Ничего страшного, справлюсь. Так, доктор, что нужно в больнице? Паспорт, полис, тапочки. Остальное все потом. Сможете дойти? Да, да. Ань,
если понадобится адвокат или деньги, или что? Я звонила Жене, он не берет трубку. Мамочка. Может быть, с ним что-нибудь случится. Так, я уже сказала, что совсем разберусь. Ты не переживай, идем. Ань, только не нервничай. Я тебя только молю, дозвонись до отца. Да, я дозвонюсь, не переживай. Ой, знаешь, голова что-то кружится. Что хотел Макс? Спалил нас и прячешься? Во-первых, окна били вы. А в полицию загребли меня одного. И никого я не палил. Но это еще доказать надо. Никому я ничего доказывать не буду. Надо только. Надо. Алло, Антон. Маму положили в больницу. В общем, мне пришлось к себе заехать, чтобы распечатать ее анализы к обходу. В общем, сил еще к тебе ехать у меня уже нету. Давай не подведи меня, ладно? Алло, ты меня слышишь? Алло! Да блин! Алло. Тебя что, манерам не учили? Твой папаня уже третий сон смотрит. Рита, пожалуйста, разбудите его. Это очень важно. Мама попала в больницу, а Антона задержала полиция. Боженьки, какое беспокойное семейство, а? Только не могу понять, при чем тут мой Женечка? Рит, я вас умоляю, ну не будьте такой бессердечной. Это я бессердечная. Кстати, а ты уже свадьбу отменила? Нет? Жаль, жаль. Ну тогда я тоже пойду к твоему папаше под бочок. Спокойной ночи. Мишка, привет. Привет. Ты одна? Нет, конечно. А с кем? С твоим заместителем. С кем же мне еще быть? Мишка, такой день ужасный. Мама попала в больницу, и все так плохо. Ань, я такой идиот. Прости меня, пожалуйста, любимая. Сложный день, работа, и в голову всякая чушь лезет. Ты меня прости, я вся на нервах. Я так рада, что ты пришел. Доброе утро, мои мишки. Доброе утро, дорогая жена. Ну а что, имею полное право тебя так называть? На свадьбе совсем немного осталось. Расставать. Ритуль, ты не видела мой телефон, а? А, спасибо. Котик, ну, ты директор фирмы. Что это за раскладушка из прошлого века? Ритуль, телефон мне нужен для работы, а не для того, чтобы выпендриваться. Лучше сэкономить и купить что-нибудь существенное. Обожаю эту философию из прошлого столетия. Сэкономить на существенное. Откладывать копеечку, а потом купить. Подержанную тачку или дачку. Да. Большую часть жизни я провел скромно, но только потому, что наше поколение не привыкло разбрасываться деньгами. Наше поколение просто знает, что дорогие вещи притягивают дорогих клиентов. А наше поколение просто очень дальновидное. Вот закрой глаза. Зачем? Закрой глаза, и я тебе объясню, почему наше поколение дальновидно. И теперь у моей феечки есть своя, открывай глаза, Машенька. Серьезно? Да, да. Серьезно? Да. Где она? Там стоит, под окном. Женечка! А? Красная! Мой любимый цвет. Да. Женечка, все-таки ты самый лучший. Да ладно. Рита. Да? Рита, что ты со мной делаешь? Я же опоздаю. Мам, врач сказал, ты собралась на выписку? Зачем?
что я нормально себя чувствую. А сидеть тут, знаешь, лежать, койку занимать я не хочу. Мам, погоди, ну так не делается. Откуда ты знаешь, хорошо все или нет? Еще даже анализы не пришли. У меня нет настроя ни на какие анализы, ни на какие процедуры. Дома и стены помогают. Ваша мама всю ночь в подушку прорыдала. Какое ж тут лечение? Одни нервы. Мам, ты плакала? А нет, я не понимаю. Правда, я все время думаю, за что мне это? В чем я виновата? Что я сделала не так? Ты все делала так. Сейчас нужно думать о другом. О другом тоже думаю. И про Антошку думаю, про хозяйство думаю, про все. Конечно. Все без тебя развалится, да? А ты знаешь, ты права. Ничего без меня не развалится. Никому я не нужна. Всем только мешаю. Ну что ты такое говоришь? Мам. Обед. А вы подождите в коридоре. Да. Ой, спасибо. Я двоим стол номер 10 назначил. Пометьте. Я прошу прощения. Здравствуйте, я дочь Приваловой. Вы что, правда ее выписываете? Так, Привалова это... А, вспомнил. Прямо революционерка ваша мама. Требовала немедленно отпустить ее домой. Ну, мы и не держим. Ну как так? Она же больна. А так, не могу же я лечить взрослого человека насильно. Да и толку не будет. Пациент должен сам хотеть выздороветь. Понимаете, все лечение, оно начинается, извините, с головы. Так что забирайте, забирайте вашу маму. И, простите, мне нужно идти к другим пациентам. Всего хорошего. Так, мам. Анечка. Иди, не переживай, не остаюсь. Я к тебе завтра еще загляну. А за Антон не переживай, глаз не спущу. Зюк тебе. Давай. Пока. Пока. Приятного аппетита. Значит, остаетесь? Угу. А чего вы не обедаете? Не хочу. А можно салатик? Конечно. Настя, а ты что здесь делаешь? Тебя разыскиваю. Ты меня так напугала, я ни о чем думать не могу. Сплошные тайны. То рассказать не могу, это не могу. Давай, подруга, признавайся. Из-за маминой болезни решила свадьбу отменить. И да, и нет. Настя, не мучай меня расспросами, ладно? Ну ладно, я сама угадаю. Если не мама, то что, Михаил что-то натворил? Обидел тебя? Изменил, да? Господи, что ж за мужики-то такие пошли, а? Настя, не мели чушь, хорошо? Дело не в нем, хотя и в нем тоже. Извини, мне пора. Так, стоять! Мы с тобой с первого курса не разлей вода были, так? Да. И я тебе все всегда рассказывала. Когда этот козел Вадик прикололся, кому я первый рассказала? Настя. Ну что, Настя, ты мне не доверяешь и что-то скрываешь. Ну а что, мне надо все вываливать? У меня нет своей жизни, да? Извини, все. Вываливать? Я думала, мы подруги. Извини, я погорячилась. Ладно, знаешь, мне как-то надоело разгадывать твои загадки. Давай, ищи себе другую свидетельницу. А, или, может быть, ты ее уже нашла. Настя, да я никогда... Все, ладно, 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 давай, оставайся со своими секретами. Да, Титнин? Да, здравствуйте. Хорошо, да, подъеду сейчас. Угу. О, Титнин, привет. Ань, а садись. Мама. Да как? Плохо. Еле уговорила ее в больнице остаться. Тетя Нина, не знаю, что дальше будет. Ну, мы уже 30 лет вместе. Я ее знаю очень хорошо. Сегодня всю ночь не спала, думала. Ань, поговори с папой. Но она не сможет без него, понимаешь? Он смысл всей ее жизни. Да не будет он меня слушать.
Андрюш, принеси спецзаказ. Тетя Нина, что еще за спецзаказ? Аня, это великолепие. Это, ну, орешки, шоколад. Красота небесная. Мне сейчас не до сладкого. Ну, если сама не хочешь, Антошку накорми. Слушайте, хорошо, что напомнили. Совсем забыла. Алло, Антон? Ты где? Илюш, а где Ром? А вы же сказали, что до обеда нельзя. Черчилль можно, а мне нельзя, да? Да, Ань, ну все нормально. Да, позанимался. Все хорошо. Давай, пока-пока. Что, Тоха, прячешься? К трубе не подходишь. Что вам от меня надо? Доказать, что не сдал нас ментам. Привет. Привет. Я угощаю. Новая тачка? Ага. Да ладно. А говорят, на лоукостерах мало платят. Ты для этого меня позвала, да, тебе? А быть не с кем. Нет, Китов, я хочу, чтобы ты помог мне вернуть Мишу. Не-не-не, это разбирайтесь сами, я тут ни при чем. Кирильчик, милый, я умоляю. Люблю я его, люблю. Рит, ты мне-то не заливай, любит она. А со мной тогда зачем было спать? М? И я откуда знал, что у вас там с Устиновым все серьезно? Теперь вот проблема. Тем более, надо все исправить. И всем будет хорошо. Я от тебя даже уже слышал, всем будет хорошо. Кирилл, ну не могу я летать в эту Тюмень. Ненавижу! Мы с Мишей помиримся. Я обратно вернусь на международные линии. А дяде своему я за тебя словечко-то замолвлю. Станешь командиром. М? Ну, так ты так бы сразу и сказала. А то любовь у нее какая-то. Ладно, давай, делай, что надо. Ничего особенного. Алло, слушай. Аня, добрый день. Меня зовут Кирилл. Я коллега вашего жениха Михаила. Да, здравствуйте. Что случилось? Нет, что вы. У нас просто с Михаилом график такой, не пересекаемся. А мне ему документы надо передать. Я бы мог подскочить к вам сейчас, если не затруднит. Да, конечно. Приезжайте. Записывайте адрес. Здрасте. Кого-то ищете? Курьер, что ли? Нет, я пилот. А, Ань, тебе пилот. Здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл, очень приятно. Мне так как приятно. Давайте помогу. Давайте. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, девка. Проходите. Можно в обуви, ничего страшного. А, хорошо. О, у вас тут милое гнездышко. Спасибо. А это ваша... В шкафу, боюсь, помнется. Незачем такую красоту прятать. У вас отличный вкус. Спасибо большое. Давайте я сейчас чай поставлю, да? Нет, нет, Анечка, некогда рассиживаться. Вот конверт. Жаль, что не удалось с Михаилом пересечься. Ну, нет, так нет. Правда, очень жаль. Но ничего, в следующий раз, как будете посвободнее, чай за мной. Договорились? Обязательно. Вы удивительно приятная девушка. И Михаил правильно сделал, что предпочел именно вас. В каком смысле? Предпочел кому? Я так сказал? Извините, какую чушь сморозил. Я вам не верю, Кирилл. Ну, знаете, как говорят, все это было давно и неправда. Вы имеете в виду Риту? А, так вы в курсе? Ну да, они же собирались пожениться. Ритка уже начала готовить коляски, пеленки, а тут вы на горизонте, любовь, заливи. Что? Рита была беременна? И где ребенок? А, вы не в курсе? Анечка, извините, мне пора. Нет уж, Кирилл, стойте. Теперь мне все расскажете. Давайте. Миша меня убьет. Рассказывайте. В общем, Рита, когда ее жених, вернее, ваш жених,
когда он ее бросил, она пыталась того и потеряла ребенка. Господи, какой ужас. Ну, Танечка, вы расстроились. Я не хотел вам портить настроение. А платье ваше просто замечательное. Будете самая красивая невеста. Ладно, я пойду. До свидания. Алло. Ань, я не понимаю, что происходит? Мне звонили из полиции. Антона снова забрали. В смысле, опять? Именно что опять. Почему я только сейчас об этом узнаю? Может, потому что ты ничего не хотел знать про нас? Так, короче, Антону грозят большие неприятности. Ты должна сама во всем разобраться. Я сейчас не могу, я в командировке. В командировке? Ну-ну. А может, хватит уже вранья? Я действительно в командировке. Ну что ты, так что поезжай, разберись, и потом перезвонишь мне. Ладно, я еду. Но если ты еще кое-что хочешь знать, то мама в больнице. Ну, доигрался? Это все из-за тебя. Вот только не надо все валить на меня. Привыкли прятаться за моей спиной. А может быть, я устал. Может быть, я тоже имею право на счастье. Так что поживите своим умом. Ну вот и будь счастлив. Ну и рожа у нее ехидная. Так хочется врезать, да? Мне нет. А ты иди, врежь. Да ладно. Я тебя просто проверял. Нет, ты провоцировал. Выполняю задание Крылова. Кстати, я организовал мальчишник для нашей команды. Возьми визитку. Спортбар отличный. Пивка попьем, до наших поболеем. Что-то смотреть футбол с Шульгиным мне не очень интересно. А вот здесь начинается самое интересное. Шульгина не будет. У него сегодня рейс на Барселону. Я все грамотно организовал. Да. Ты не только провокатор, ты еще и интриган. Спасибо за высокую оценку. Шульгина точно не будет? Точнее, не бывает. Пойдем? Пойдем. Статья 167 УК РФ применяется, если мелкое хулиганство совершено с умыслом. Привлечь к ответственности могут из 14 лет. Понимаете? Но Антону до 14 лет еще 2 месяца. Если дойдет до суда, ему как раз 14 лет и исполнится. Так, и что можно сделать? Договаривайтесь с пострадавшим. Компенсируйте ущерб, чтобы он отозвал заявление. Это возможно? Сколько денег нужно? Не взыскивайте средства. Это же ваш брат. С вами приятно иметь дело. Хорошего вечера. Жду звонка. Да, до свидания. Это кто был? По делу. Ручку тоже по делу целовал? Представь себе, да. Мне сейчас не до ревности. У тебя мало времени? Видимо, настолько мало, что и в ЗАГС со мной не успеешь, да? Так отменим свадьбу. Тебе же не впервой. Продолжаешь разнюхивать сплетни? Я ничего не разнюхивала. Но рада, что узнала, кто ты есть на самом деле. Кто же я? Подлец. Из-за тебя Рита потеряла ребенка. Ань. Какого ребенка? Ты о чем? Аня, открой. Я тебя прошу, я умоляю. Давай поговорим. Что это? Твой коллега Кирилл просил передать. Да, красивая девушка. Мне кажется, ты погорячился про меня, фью на меня. Я тебя люблю. Ты еще меня упрекал в скрытности. Сам ничего мне не рассказал. Ни про Риту, ни про свадьбу. Это ж надо было так врать. Давай мы сейчас успокоимся, и я все объясню, хорошо? Только я уже не готова слушать. Ань, я прошу тебя,
Миша, ну, уходи, пожалуйста. Пожалуйста. Уходи. Надолго. Слушай, извини, рейс на Барселону. Здорово. Там забастовка у них. Вот, спасибо испанским профсоюзам. Ты чего? Вот теперь хорошо. Приятного вечера. Алло, Рита? Свадьбы не будет.